Оля, чистит. А? Ты, Алена, все чистишь, да? Да. Почти дочистили. Вон к нам сегодня дети пришли на экскурсию. Гуляют с лошадьми из детского садика. Вот Оля уже хвостик вычистила. Красивый какой стал. Стасик, поворачиваемся. Осталась грива. Смотрим на меня. Улыбаемся. Что гриву осталось вычистить, да? Будешь кататься верхом, да? Давай снимем. Будем идти. Уже позируйте. Хвостик уже красивый стал. Вот такой. Улыбаемся, Александр. Дети к нам пришли. На экскурсию лошадок посмотреть. Ну вот, дети у нас погуляли и пошли в детский садик. Детского садика приходили. Интересно им было, покормили лошадей здесь капустой, хлебом. У нас осталось еще гриву почистить. Это самое сложное. Она не хочет стоять, ей больно, наверное. И будет Оля кататься, да, верхом. Тебе больно. Аленка. Потерпите. Что? Это такие волосы, да, невозможно. Ну да, но хвостик уже чистенький. Хвостик. Он шикарный. Такой пушистый. А тут пух. Вообще сложно. Жеребец стоит. Смотрит. Ром. Красавец. Иван Иванович сидит в карете. Ты, Ваня, собрался куда или что? Сидишь в карете. Запрягать будешь? Да, надо проехать. Молоко мы будешь собирать? Да, коровки, да. По селу. Так проехать. Ты раньше молоко собирал на той карете, да? Да, только в баке стояли. Ну, по деревне. Понятно. Ну все, будем сейчас лошадей выгонять. У нас 9 утра. Дети пришли на экскурсию, погуляли, будем выгонять лошадей.